Как получить деньги от государства на собственный социальный проект? Для этого одних только идей и желаний недостаточно. Важно правильно оформить заявку в конкурсе президентских грантов, зарегистрироваться на официальном сайте президентскиегранты.рф и оформить проектную идею. Там же размещены видеоуроки. Помогут на всех этапах и региональные эксперты. Они проводят обучающие семинары по всей Белгородской области. Информационную поддержку региональным некоммерческим организациям оказывает и портал БелНКО. Участвуют некоммерческие организации, которые зарегистрированы либо не менее полугода, если они претендуют на получение гранта до 500 тысяч рублей, либо не менее года, если они претендуют уже на получение гранта свыше 500 тысяч рублей. В предыдущую волну у нас Белгородская область вошла в топ-10 по количеству поданных заявок, и 18 проектов получили поддержку на общую сумму порядка 30 миллионов рублей. Вторая волна конкурса президентских грантов продлится до 31 июля. Победители станут известны уже 14 октября. Они и получат финансирование на свои проекты.